Сигнал о пожаре звучит в одном из многоквартирных домов уже 5 минут, но никто из жильцов даже не выглянул в подъезд узнать, что случилось. Автономный оповещатель здесь установили в начале года, и он срабатывает уже не первый раз. Правда, тревога оказывается ложной. Из-за чего произошла сработка? Скорее всего, из-за курения людей в подъезде, так как данный извещатель срабатывает от табачного дыма. То есть люди, вопреки закону федерального номер 15, где говорится о запрете курения в общественных местах, в частности, и личной площадке, все равно они выходят на площадку, курят, и вследствие чего срабатывает датчик. Датчики реагируют на малейшее задымление. В устройстве находится сим-карта с GPS-модулем. Как только оно срабатывает, сигнал автоматически уходит на пульт диспетчера пожарной части. Такие датчики в жилых домах начали устанавливать в рамках муниципальной программы. Запустили ее еще в 2015 году. Тогда 117 приборов смонтировали в квартирах, где проживают неблагополучные семьи. В 2017-м городские власти решили продолжить работу и установили приборы в отдаленных районах города, в поселках Аэропорт, Верхнем и микрорайоне Заречном. 216 домов я назвал, это деревянного же фонда, двухэтажного, я подчеркиваю, да. Из них 53 мы с вами уже обеспечили дома, да. Ну вот, считаем с вами остаток, то есть 147 плюс 16, это будет порядка 163 домов, нам с вами еще осталось обеспечить. Ну, мы планомерно, говорю, еще раз будем этим заниматься. У нас разработана муниципальная программа, которая распространяется от 2017 до 2022 года. В этой программе заложена статья затрат на пожарные извещатели. Поэтому мы ежегодно будем выделять средства и планомерно заниматься установкой этих оповещателей. Противопожарные датчики будут обслуживать управляющие компании. На жильцов ляжет лишь плата за мобильную связь, которую использует прибор. Около 2,5 рублей в месяц. Как говорят в мэрии, это небольшая цена за собственное спокойствие. Злата Курбанова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».